Сейчас вы увидите один из тех арматовских номеров, которые широкой публике не показывали еще никогда. Вот сейчас мы идем по трассе со скоростью около 40 км в час. Рядом с нами движется «Армата», и при этом на этой же, на нашей скорости, она успевает вращать башни на все 360 градусов. Обратите внимание, насколько плавно идет это движение, насколько уверенно там себя чувствует на дороге. И вот тут надо объяснить, 40 км в час – это, конечно же, не предел. Максимальная скорость новинки тоже засекречена, но те, кто бывал на параде, знают, что с Красной площади техника уходит на Васильевский спуск. И там, чтобы сохранить стройность рядов, машины вынуждены разгоняться едва ли не до сотни. Так вот, «Армата» выдержала этот далеко не танковый темп.